Добрый день, дорогие друзья, и мы рады вас видеть на конференции «Спорт и общество», организованной благотворительным фондом Владимира Потанина. Мы начинаем нашу часовую сессию. Какой вид спорта вы выбрали для себя в жизни и почему? И что нужно делать для того, чтобы расширять доступ детей к спорту? Спорт очень хорошо вписывается в нашу миссию поддержки талантливых, инициативных людей. Спасибо фонду Потанина за то, что подчеркнули важность социального аспекта спорта. Какие реальные социальные эффекты программы в области спорта имеют для тех, до кого они направлены? Ставим крестик на поле 1. И какой же эффект скрывается за этим крестиком? Теперь, уважаемые участники, ход за вами. Уже я чувствую, люди голосуют, куда можно поставить нолик. Ставим нолик на поле номер 7. Тут играют сильные игроки. Этот социальный эффект как раз связан с обществом. Вот значит, спортивный дух наш растет. То, ради чего мы и создали свой проект. Наша жизнь всегда становится богаче, мне кажется, когда мы принимаем в свой мир очень разных людей. И сегодня у нас будет командная биатлонная эстафета. Выстрел. Для нас улица – это целый мир, это большая тренировочная площадка. Выстрел. Я считаю, что это очень важно, когда есть такое мероприятие, на которое обращают внимание. Выстрел. Блогинг повышает социальный капитал бегунов. Наконец-то местные жители видят, как бегуны приносят пользу. Точно в цель, считают наши уважаемые слушатели. Наш лозунг «Один мир, один мяч». Как вы думаете, какие же социальные эффекты может иметь программа социального спорта для развития той территории, на которой она выполняется? Какие интересные и важны, как вам кажется, именно для вашей территории? Сегодня вы будете поднимать такой важный вопрос и обсуждать его как роль спорта и фитнеса в жизни общества. Нам обратились IT-компании, хотели бы сделать интересный совместный проект. После этого в компании стали зарождаться беговые клубы. Тренировочный процесс проходит у людей, которые пришли в спорт с целью сохранения собственного здоровья. Примерно у каждого 54-го ребенка сегодня диагностируют расстройство аутистического спектра. Этот онлайн останется с нами навсегда, очень сильно обогатил и расширил наш проект. Тренируйся дома, играй за весь мир. Программа включала онлайн-активности для детей и взрослых. Это создание чувства единения вот этого огромного комьюнити, которое разрознено по всему миру. Кто будет этим проводником для разных категорий граждан в, собственно, спортивной практике? Специальная олимпиада – это глобальная благотворительная организация. Она развивает свои программы в 190 странах мира. Чтобы у каждого ребенка была возможность заниматься спортом, независимо от его места проживания, от того, в какой семье он живет и каково состояние его здоровья. Социализация, она очень связана с теми социальными окружениями, которые конкретно на ребенка взаимодействуют. Очень важно, чтобы тренер понимал, а зачем, в чем цель их тренерской работы. Мы лечим спортом людей с разными видами инвалидности. Необходимо продвигать спорт равных возможностей и для мужчин, и для женщин, и для людей разных возможностей. С нами сегодня на связи как раз уважаемый спортсмен, спортивный менеджер Илья Авербух. Прекрасные спикеры, которые сейчас выступали, это как раз, наверное, самый главный пример того, что не ждать
когда что-то получится, а действовать. Вы сейчас можете пройти в кулуары и задать все интересующие вам вопросы. Что делать тем, кто развивает свои виды спорта? Есть ли возможность для организации из России сотрудничать с ЮНИСЕФ? Помогает развлечь людям интегрироваться в ваши общество. Ваши наставники имеют какое-то профильное как образование? Как спорт помогает таким ребятам социализироваться? Это все работает в рамках любительского спорта или профессионального? Какие дистанции у вас на забеге? Как вы чувствуете, что спортсмен устал? Есть ли различия в спортивных фрустрациях россиян и жителей других как стран? Как создавать новые механизмы? Насколько это сейчас в условиях пандемии может быть востребовано?